Домашняя школа интернет-урок работает уже в течение 7 лет, и обучение в ней полностью отработано. Это крупнейшая российская онлайн-школа, в которой более 18 тысяч учеников. Учебный процесс уже полностью выстроен, и родителю не нужно быть учителем. Послушали небольшую видеолекцию, потренировали себя на тренажере, проверили себя на тесте и двигайтесь дальше. У вас остается намного больше времени на свои хобби и увлечения. В России может любой родитель перевести своего ребенка на домашнее обучение, и абсолютно не нужно никаких справок. Также выдается аттестат государственного образца, нужно приезжать в школу-партнер только для того, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ. И школы-партнеры находятся абсолютно по всей России. И огромным плюсом является то, что вы не привязаны к месту, а при этом знания и оценки не страдают. Также у интернет-урока появились подборки видеоуроков по разным предметам, которые можно использовать как раз-таки для подготовки к экзаменам. Есть как бесплатные видеоуроки, так и уроки по абонементу. И всего лишь от 150 рублей в месяц. Внизу в описании я оставляю всю подробную информацию о домашней школе интернет-урок, а также оставляю ссылку на их телеграм, где вы можете увидеть подборку по русскому языку. И если вы напишите в директ или же в личные сообщения интернет-уроку, то каждому скинут интересующую подборку. Так что еще раз повторюсь, что все ссылочки внизу в описании, обязательно переходите. Я, кстати, сама учусь в домашней школе интернет-урок, заканчиваю 11 класс, так что очень-очень рекомендую. Ну и приятного всем просмотра! И у нас сегодня три по баблтишным. Мы будем пробовать разные баблти из разных баблтишных, из моих самых любимых. И делать вывод, какой баблти больше зайдет или нет. Да. Этот, короче, очень сильно напоминает тайландский баблти. Да. Одинаковый вкус совершенно. Маме этот влог. Передаю привет. Мама, привет! Я в селике! Ha ha ha!
пиратская для нас. Съемка. Приятного просмотра. Пиратская съемка. Единственное, что занятия очень поздно заканчиваются, так что я очень поздно буду приезжать домой, но вроде бы все неплохо. И преподаватель почти всегда говорит на корейском. Это очень непривычно и странно. Ух, я наконец-таки дома! И пока меня не было, посмотрите, какой клевый чехол на iPad мне пришел. Да! Посмотрите, как клёво. Ну, выглядит очень мило. Не забываем про мою любовь к медведям. Подойди сюда на минутку.
общем, всем доброе утро. Я сейчас быстренько собралась, за час успела помыть голову, накраситься, немного позавтракать, выпила кофе. Ставлю вас на комод. Он масочку потерял где-то, но им была масочка. Ну ладно. Я сегодня похожа на гнома. Опять. Ура, камеру в руках. Надеюсь, я ее нигде не уроню. И руки у меня не отмерзнут. Всех с Новым годом. Загрызешь, ты её порвёшь сейчас или сломаешь. Ой, это такие кринжовые, какой ужас. Он пытался быть кьют, но он не кьют на самом деле. Идем пиво болти, бензи.
Mm-hmm.